Друзья, всем привет, с вами Геленджик Лайф. Нахожусь я сейчас на улице Одесской, это жилой комплекс «Альбатрос». Данная квартира сдается посуточно. Сейчас я вам все покажу. Нахожусь сейчас я в кухне. В данной квартире есть все необходимое. Интернет, кондиционер, телевидение. Вот такой вот даже есть гардероб, куда можно сложить все вещи. Это прихожая. Санузел здесь совмещенный. И здесь все необходимое тоже имеется. Горячая, холодная вода. Все у вас будет без проблем. Итак, давайте зайдем в большую комнату. Комната здесь 17 квадратных метров. А здесь с легкостью может разместиться семья из 6 человек. Все раскладывается. И вот эта двуспальная кровать, она убирается. И внешне напоминает обычный шкаф-купе. Есть возможность выйти на балкон. Такой вот небольшой французский балкончик. Дома не очень близко расположены друг к другу, поэтому соседей вы видеть будете, а только если пристально присмотревшись. И с левой стороны мы видим нашу Геленджикскую бухту, вид на тонкий мыс. До моря здесь буквально нужно пересечь улицу Луначарского и пройти по аллее к пляжу. Ну, это не составит труда, я думаю, минут 5-6. Здесь рядышком в этом же доме находится магазин «Пятерочка», магазин «Косметик», и сейчас открывается «Красно-белое». Два кондиционера, телевидение, интернет. Если вы приезжаете в Геленджик большой семьей, с детьми и на машине, вам с легкостью можно будет оставить автомобиль здесь на стоянке и наблюдать из окон с этой квартиры за детской площадкой, где играют дети. Данная квартира сдается в среднем от 1000 рублей в сутки, в зависимости от количества людей. Звоните на мой номер 8-928-424-8724. Я вас проконсультирую. Всех, кого интересует аренда квартир в Геленджике, приходите на мой плейлист, который находится в левом верхнем углу. Друзья, всем спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч, ждем вас в Геленджике.